Доброе утро! Вы на канале Пиратская жизнь, ребяточки, всем доброе утро. Так, закрываем, короче, окошки, что на улице очень жарко. Так, опять пыль, грязь. Господи. Так, первый стакан воды надо выпить. Чё? Нет, это мне не надо. У меня его нет, во-первых. Говоришь, выпить. Так. А и тебе? У тебя там стакан воды есть. Что тебе там? У тебя есть вода? И давай. Все, короче. Ребяточки, доброе утро. Сейчас умерила сахар. Короче, сахар у меня сейчас 4,8. Я считаю, что очень хорошо. А вот, я очень переживала, что он у меня очень сильно упадет, потому что вот тот препарат, который я кольнула. Кстати, вчера весь вечер читала. Вот, наше здоровье. В общем, вчера весь вечер считала, что за препарат я себе кольнула. Ну, вы знаете, как, Нина, как всегда, я сначала кольну, потом когда все разбираюсь, что я себе кольнула. А надо ли оно было? Вот. Короче, это что-то типа аналога вот этого знаменитого в последнее время препарата. Нашего аналога. В общем, я не буду говорить название. Кто знает, тот знает, кто не знает, тот знает. В общем, короче, капец у него там много этих побочек. Вот. И, извините меня, изжога, поносы и прочее, это лишь малая часть. Вот, там есть очень такая большая побочка, из которой я очень сильно переживаю. Это для людей с панкреатитом очень аккуратно его использовать, потому что может быть обострение. То есть у меня, например, хронический панкреатит, да? Вот, и я очень переживаю, что у меня может быть обострение. Вот, и, короче, сейчас сидела, читала. Очень много всяких инструкций, там, туда-сюда и прочее. Там, форумы нашла по этим препаратам. Вот. Очень много людей, кстати, подсело, очень много. Вот. Ну, мне так хотя бы врач назначил, да? А некоторые прям сами, представляете, прям сами просто вот его используют и все. Я говорю, вот тоже у людей палаты, могу палаты, да? Берут, там все назначают, я читаю, там, вот так, у меня такая дозировка, я вот себе уменьшила, я вот себе увеличила, и тогда я сижу, думаю, нифига себе. А люди там сами себе назначают, сам себе врач. А вот, а потом пишут, ой, я тут лежала, не могла проснуться. Ну, кстати, знаете, действительно, вот какое-то настроение падает, да? Вот какой-то сил что-то особо нет, сонливость появляется. Ну, это, я так подозреваю, что это от снижения сахара. Вот я как раз хотела померить сахар, я боялась, что у меня он очень сильно упал. У меня обычно где-то 5,5, 5,6, где-то так, ну, не больше 5,7. У меня же, получается, преддиабетное состояние, как мне ставили, что у меня повышенный инсулин, инсулинорезистентность. Вот. В общем, смысл в том, что у меня сейчас сахар 4,8. У Вована померли, у него большой. Причем, кстати, вот этот препарат его как раз используют зачастую для людей лечения вот сахарного диабета второго типа. Вот. Поэтому я говорю, тоже может быть, давай с нами, со мной. Я говорю, давай сходи к это, к врачу, к эндокринологу. Давай проконсультируемся, может, действительно тебе тоже нужно будет его тоже поколоть там туда-сюда, чтобы сахар снизить. Потому что многие, кто, понимаете, вот там люди разделились на два лагеря. Кто-то использует для похудения, а кто-то использует для снижения сахара. Вот. А, то есть вот у каждого свое. Кто-то там использует и то, и то. Но зачастую, конечно, людей вот с подобными проблемами очень много, сидят, очень активно все обсуждают. Там я вот это колола, я вот это колола, там у меня вот это помогло, вот у меня вот это помогло. И знаете, вот тоже вот удивляет, что люди вот зачастую не хотят просто даже, ну, как-то вот меньше кушать. Кто-то пишет, что вроде как это, у кого-то снижается очень сильно аппетит, у кого-то вообще не снижается. Не знаю, у меня прям сильно снизилось. Я прям чувствую, что он реально снизился. Так, все, хватит вещей. Вот. Я вот сейчас проснулась и есть вообще не хочу. Сейчас воду попила.
Я знаю, что надо поесть. Лучше я сейчас поем, вот, чем, так сказать, вечером. Я лучше вечером опять что-нибудь поклюю маленько. Скажу так, что кому как. Кому-то помогает, кому-то нет. Ну, в общем и целом, девочки, если вдруг вы тоже надумаете, пожалуйста, давайте без самолечения, без самоназначения. Обязательно нужно сходить к эндокринологу, проконсультироваться. Вот, очень многие там на форуме пишут, что лучше сдать там многие анализы, вот, провериться, и гормоны там, щитовидки и прочее. То есть УЗИ кто-то советует сделать. Потому что действительно, как бы, ну, если вы мучаетесь очень сильно с панкреатитом и не знаете, что кушать, может быть очень серьезно. Вот, поэтому, честно, не скажу, мне помогло, помогает сейчас, да, то есть я сейчас встала на весы, отвес есть, вот, но, конечно, не такой прям, как вот я хотела, но по чуть-чуть снижается. Цель моя, я не собираюсь, честно, вот на этой параде сидеть очень долгое время, вот, потому что, честно, знаете, всегда есть такое, что ты что-то лечишь, а что-то калечишь, это в любом случае, это, как говорится, бабки не пойдут. Вот. Так что тут нужно действительно очень так это аккуратно, очень аккуратно использовать, потому что вот, ну, могут быть последствия. А, это, кровь недавно сдавала, вот, и там можно как раз дозаказать анализы. А вот, и я дозаказала, знаете, анализ себе как раз вот печёночную. Там что-то, короче, амилаза и панкреатическая амилаза и ЛЭ, на ЛЭ как-то. Ну, короче, вот, в общем, 300 рублей стоит, я думаю, что да закажу. Я хочу просто посмотреть, в каком состоянии у меня поджелудочная. Так что вот. И уже, как говорится, от этого танцевать. Потому что если у меня поджелудочная стоит в хреновом состоянии, то мне лучше второй укол не делать этого препарата. Потому что может быть только хуже. Вот, ну и, конечно же, нужно самоконтроль, самоконтроль. Вот. Настроение, конечно, так себе. Вот, ну, сама понимаю, потому что, сами понимаете, смысл жизни потерян. Смысл жизни потерян. Нет, ну, я боюсь, что, ну, понятное дело, знаете, когда ты вот меняешь чего-то, да, в любом случае оно может потом вернуться. И зачастую возвращается с большей силой даже. Я бы так сказала. Но уже увидим, посмотрим. Не будем загадывать. Я честно вообще ничего не ела вчера. Только буквально два глотка вон Ваман открыл эту колу без сахара. Как я добрый. Вот. Что-то налил мне стакан. Я думаю, блин, сейчас стакан хотя бы колу выпью. Так, ну, просто, знаете, как вкус почувствую. А вот, выпила два глотка и говорю, я не хочу. Вот и, всё. И сидел просто воду пила и все. Вообще ничего не знаю. Поела вчера сколько, в 10 часов мы поели. Я понимаю, мне там много, кстати, кто скинул там всякие диеты по времени, по часам, как есть, там туда-сюда. Девочки, не хочу я этого. Я лучше буду чуть поменьше есть, но вот так. Потому что если нет аппетита, еще и есть всякую парашу, ну не парашу, ну сами понимаете, невкусную еду. Там вот мне тоже скинула Наташа, по-моему. Это какая-то там диетка, какую девочка, которая разработала. Вот Наталья с Дзена. Наталья, привет. А вот. Он говорит, вот попробуй вот это. Честно, не хочу пробовать. Потому что там по часам. Сами знаете, у меня график совершенно другой. Написано, в 8 утра нужно покушать, там до 12, до 2 часов дня пообедать, до 6 часов вечера поужинать. Я не могу так, у меня совершенно другой график. Не могу. График свой менять из-за вот этого я не собираюсь. То есть, в основном, как я поняла, почему все худеют? Потому что есть дефицит калорий. Вот, и если есть дефицит калорий, то, соответственно, ты худеешь. А если дефицита калорий нету, то, соответственно... А если я мало стала есть, то, понятное дело, что есть дефицит, правильно? Отсюда вывод, что... Я говорю, я буду питаться так, как я привыкла. Да, я сейчас вот не ем. Сколько? Уже несколько дней.
не ем никакую там, ни чипсы, вот хлеб, вот только максимум черный кусочек. Вот. И все. Соответственно. Так. Какие дела? Ну, а побочек у меня то еще, знаете, там, от моего лекарства, которое я с инсулина принимаю тоже. Там дофига. Короче, знаете, девочки, тяжело это все. Ой, но очень сложно еще бороться с тем, когда у тебя полнота вот этого, да, лишний вес и прочее, это из-за гормонов. Сами понимаете, инсулин, вот кто с этим сталкивался, я думаю, меня поймет. Потому что инсулин это очень такая серьезная вещь, которая очень сложно дает возможность похудеть. Так, от колбаски порой. Что-то съедобное. Ну такой прям, знаете, аппетита нету. Как было? А тут, кстати, знаете, вообще пишут, что и чё? Я типа кольнулась, дозировка такая-такая. В итоге мне никогда не помогает. Ну что, вот. Все это в свободном доступе продается. Вроде как в аптеке. Спросили, ладно, в аптеке, у вас по рецепту? Я говорю, да. Все, несут. Там прям, знаете, прям форум такой, прям это, инструкции, как, чего, куда, вообще. Народ прям серьезно подходит к данному вопросу. Очень серьезно. Но опять же, повторюсь, девчонки, если кто надумает, реально, просто вот сходите, пожалуйста, проверьтесь, сдайте анализы. Потому что сами понимаете, ничего просто так не бывает. И худеем мы не просто так. Ни хрена себе. Я тогда пельмени уронила. У меня тут они двое валяются. Ё-моё. А у меня тут две пельмешки валяются. Я тут тогда пельмени, короче, уронила. И, короче, там. Что стало с пельменями? Ё-моё. Сухие, высохли. Хорошо, что посмотрела. Валяются. А так тараканы и появляются. Где-то что-то. То у меня сосиска тут улетела, то у меня пельмени. Смотрю. Я говорю, я не переживаю из-за того, что у меня там побочки какие-то, да? В плане того, что я переживаю только, чтобы у меня не было этого панкреатита, чтобы не посрился. Я вот из-за этого вообще не переживаю. Потому что там, знаете, там изжога там всякая, там ус, слабость, ну, понятно, дело, что... Нет, ничего такого страшного не было. Но вот, когда у тебя вот эта страшная боль, а мне сами помните, вот я рассказывала, пару раз в году бывает, в Таиланде особенно, когда мы бываем, когда что-нибудь острое поешь, жирное, а вот там прям жареное вот такое. Иногда бывает. И тогда обостряется и очень прям больно становится. Вот это вот не хочу. Это единственное, чего я не хочу. Вот. А так остальное пофиг. Всякие жоги там купируются с другими лекарствами. Со всяким там жидким. Вот я уже с препаратом от какого-то этого привыкла от инсулина. Вот, эффект утки. Вот, ну в общем так. Нет, есть результат. Есть. Но. Хочет, чтобы он был таким вот стабильным. Тот там взвешивает, я читал там что-то раз в две недели. И мне хочется каждый день. Причем не по разу. Прям, знаете, буквально что-то поел, побежал на весы. Сколько я съела? Я знаю, что так нельзя, и это неправильно. Вот хочу сегодня чай с малиной. Так,
зеленый чай с мятой и мелиссой. Вот, а ванну сделаю, наверное, вот такой же. С черной смородиной. Посмотрим. Ну, вчера мне старался запах у него вот этот вот. С малиной. Все, супчик у меня такой. Так, сейчас мы созвонили с Ромчиком. Может, куда-нибудь сейчас свалим. Прокатимся, погуляем. Я предложил, говорю, давайте доедем до этого грибного канала. Там можно погулять. Ромчик все мечтает это. Закинуть удочку. Все, рыбу хочет поймать. Да. Так. Такой запах от малины. Ой, от черной смородины тоже классный запах. Сейчас попробуем. Что за чаи? Слушайте, классно пахнет. Все обалденно. Так что вот, девочки, делюсь своими вот мыслями. Сахар упал. Я говорю, Вовчику, Барону, давай, может, тоже. Ой, ты что? Это я-то даже жрать не буду. Я говорю, и что? И прикинь, не будешь жрать. Да. А что ты думаешь-то? А что тебе? Да. Я говорю, купируешь все свои там проявления и так далее. Он же жрет-то, он мне вообще не любит. Макароны, колбасу. Он же мне вчера говорит. Там же у нас это, оленин-то осталось, да? Я говорю, да. Ты типа готов это пострадать, да, помучиться, чтобы я-то не ем, а ты-то типа покушаешь. А вот, и это. Короче, это. Ну, короче, прикалываюсь, в общем, с ним все. Вот. Ну, не знаю, конечно, настроение, да, немножко подупало. Ну, сахар чуть понизился. Я переживаю, конечно, вот за поджелудочную очень сильно переживаю. Но вроде такой, знаете, легкие тянущие там есть. Вот, но такого, что прям болело, у меня нету, поясу еще. А вот. Жирного, в принципе, я ничего не ем сейчас. А вот. Алкоголь не пью. Вот. Даже пиво он безалкогольный у нас было. Он все Вовану скармливал. Я говорю, пей, я не буду. Чего-то не хочу я. И не хочу, и не буду. Тут, знаете, самодисциплина. Но честно, я не буду сидеть на этом препарате до идеальной формы. Девочки, честно, не буду. Вот. Я добьюсь своей цели и все. Лучше, знаете, вот лучше аккуратно, грамотно питаться, вот, и жить в удовольствии, в кайф, да, чем вот мучиться и в итоге. Потому что говорю, если использовать это бездумно, сам себе назначать, то могут быть очень плохие последствия. Многие даже вот не замечают и. Ой, новомодная штучка. Да. Причем, кстати, реально недавно она у нас. Вот, ну. Вроде как говорят, все на ней худеют. Да. Я-то думала, что у меня что-то другое, а оказывается, то же самое. Действующее вещество одно и то же. Вот, просто у нас это русский аналог, говорят, ручка плохая. Вот, ну, в общем, такие дела. Один кольнуло. Ну. А если будет хорошо. Вот, ну, в общем, как мне сказали, что с осторожностью, да, то есть можно. То есть, если, как говорится, уже никаких вариантов нету, сила воли не помогает, рот не зашивается. Ну, кстати, реально кому-то вот не помогает. Кто-то там и дозы повышает, вот реально помогает. Говорит, аппетит как был, так и есть. Короче. Я не знаю, как так люди. А мне помогало. Может быть, это еще, знаете, эффект плацебо тоже какой-то. Когда ты вот действительно настроен, да, у тебя все получится. А когда ты не настроен, как-то скептически настроен, а ты, вот так. Я действительно, говорю, настроена, и все. Но, опять же повторюсь, девчонки, штучка прикольная, новобонная, один раз в неделю кольнула, и радуйся жизни, не жрешь ничего, но очень есть побочки большие. Обязательно проходите врачей и консультируйтесь. Вот так-то. Все, а мы с вами увидимся на мукбанке. Надеюсь, я что-нибудь пожру, хотя бы супчик. Щи обалденно вкусные. Вот. Колбаска, сырочек и хреновенько. Все. Будем разжигать немножечко свой аппетит, потому что, ну, тоже так прям совсем бросать тоже нельзя. Все, увидимся в следующем выпуске. Пока.